Программу продолжит традиционная рубрика «Курган. Город здоровых улыбок». Сегодняшняя тема – что такое профессиональная гигиена полости рта? Кариес и пародонтит – два основных заболевания полости рта, которые способны наградить нас беззубой улыбкой. Избежать этого легко. Ежедневная гигиена, правильная техника чистки зубов – мы об этом говорили в прошлой программе – правильная зубная щетка и паста. И чистим зубы как минимум два раза в день. В ротовой полости находится около 300 видов различных микроорганизмов. Но когда человек здоров, эта экосистема, она сбалансирована, она находится в равновесии. Как только нарушается равновесие, начинается рост определенных микроорганизмов, которые способны вызвать какие-то патологические изменения в полости рта. Огромные колонии микроорганизмов с их продуктами жизнедеятельности, которые мы не видим. Если прополоскать рот специальным раствором, наши зубы, язык, десны и внутренняя часть щек окрасились бы в насыщенный красный цвет. Ничего красивого, а главное, небезопасно. Для своего процветания эти бактерии разрушают все в нашей полости рта. Мягкий зубной налет под воздействием минералов основных превращается в твердый зубной камень. Зубной камень сдавливает десневой край, и кроме того, в камне живут бактерии, которые выделяют токсины. Удалить все зубная щетка и нить не способны. На помощь приходит профессиональная чистка. Проводят ее исключительно в стоматологических клиниках. Первый основной этап – это снятие твердых зубных отложений ультразвуком. Колебания определенной частоты, которые бережно как бы скалывают твердые зубные отложения, при этом не травмируют зубную эмаль. Мы воздействуем только на камень. Камень скалывается. Еще кроме этого выделяется из воды свободный кислород, при этом дезинфицируя обрабатываемый участок. Все благодаря современным технологиям. Раньше это делали ручными инструментами. Скалывали, выскребали, травмировали зубную эмаль. Сейчас все безболезненно и быстро. Профчистка включает в себя и процедуру Airflow. Одновременно происходит полировка самых труднодоступных участков. Заодно снятие пигмента от чая, кофе, сигарет и вина. Зубы становятся визуально белее, чище, а улыбка ухоженнее. В завершение производят покрытие зубов специальным фторирующим составом. Это не только профилактика кариеса, снимается чувствительность после профессиональной чистки и происходит обогащение эмали минералами. Идеальный результат, а профессиональную чистку зубов нужно проходить всего раз в полгода.